Ивановский краеведческий музей имени Бурылина занимается подготовкой нового издания, посвященного экспонатам, связанным с Первой мировой войной. Сотрудники учреждения выиграли всероссийский конкурс «Первая публикация» благотворительного фонда «Потанина». Новый проект под названием «Первая мировая война в фотографиях и документах участников событий» объединит Ивановский музей с Национальным музеем Республики Коми и двумя музеями города Рыбинска. В Иваново уже приезжали специалисты фонда для совместной работы над новой книгой. В сборник войдет информация о 150 экспонатах времен Первой мировой войны. Это уникальные лубки, плакаты, печатная графика. Презентация новой книги запланирована на следующий год. Первая мировая война, она несколько забыта широким обществом, общественностью, а в следующем году все-таки исполняется 100-летие начала этого грандиозного военного конфликта. И Бурылин собирал предметы, связанные с Первой мировой войной, в том числе и печатную графику. У нас в музее хранится только лубков и плакатов более 450. Такая же коллекция по количеству есть только в одном музее, музее современной политической истории России.